Жители города избавились от старых вещей весьма необычным способом. Карагандинский областной историко-краеведческий музей к 80-летию Караганды провел акцию «Дар любимому городу». Другими словами, старые ненужные вещи можно подарить музею в качестве экспонатов. Подробнее в следующем сюжете. Основная цель необычной акции – формирование духовной культуры населения и внесение своей лепты в пополнение новых экспонатов и раритетов в фонд музея. Люди среагировали быстро. Каждый подошел к этому с особой тщательностью. Карагандинцы, горя желанием избавиться от ненужных вещей, смогли найти у себя дома массу ретро-вещей. Книги, телефоны, патефоны, значки и даже орудия труда прошлого века и многое другое. Этот экспонат, входя в стены нашего музея, уже обретает статус музейного экспоната, то есть это уже, так скажем, входит в госреестр и является государственной ценностью. Такому наплыву раритетных вещей были рады не только сотрудники музея, но и основные зрители. Маленькие карагандинцы с интересом рассматривали старые вещи, фотографировали и не выпускали из рук. Особое внимание детей привлек патефон. Патефон, он был такой старинный и было так интересно слушать. Увидели значки, они были все разные и такие красивые. По окончанию акции для всех участников была проведена экскурсия по музею. Организаторы обещают устроить подобное мероприятие в следующем году. Амина Смакова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.